Попасть на экскурсию по городу теперь можно, не покидая пределы концертного зала или вовсе не отходя от телевизора. Смысл здесь не в техническом ноу-хау, а в том, что новосибирская команда КВН «Экскурсия по городу» вырвалась в высшую лигу. Вести свои шутки ребятам пришлось в Сочи, на Красную Поляну. С первым и вторым туром у нас было все полегче. Мы подготовились здесь, в Новосибирске, а именно третьему туру мы готовились там. Но это того стоило, потому что, как и запланировано, мы хотели попасть в высшую лигу, мы это сделали, мы подготовились, и мы очень рады тому, что мы попали в высшую лигу, и я надеюсь, мы дойдем, как нам поставили задачу, до полуфинала, как минимум. В высшую лигу в этом году попали тоже команды, которые, то есть из первой лиги даже есть команды, из высшей лиги ушли многие команды, которые уже играли до этого, то есть нету кому-то какого-то особого отношения, то есть если смешно, значит смешно, значит ты играешь там, если не смешно, значит не играешь. Сочи, новосибирская экскурсия по городу успешно сыграла в премьер-лиге Международного союза КВН и стала финалистом. Напомню, в высшую лигу новосибирские команды не входили уже 6 лет. Последнюю свою карьеру в элитном юмористическом дивизионе завершила команда КВН «Степ и Ко». Тогда ребята дошли до полуфинала. На телевидении в основном все авторские группы, продюсеры, администраторы, все в основном состоят из бывших КВНщиков. Поэтому мы спокойны за наших ребят, за будущее.